Блин, что делать? Муж позвал на свидание, а я час назад перемыла все свои кисточки, и они еще влажные. Сначала я хотела использовать кошачью лапку, но потом вспомнила, что у меня есть бьюти-блендер, которым я могу нанести 4 кремовых продукта. Это тон, консилер я вообще наносила пальчиком, а хайлайтер, румяна и скульптор тушевала бьюти-блендером. Потом я поняла, что мне нечем припудриваться, потому что пуховки я все выбрасываю. Ну, взяла ватный диск и припудрилась им. Конечно, получилось очень плотное покрытие, потом я увлажнила кожу термальной водой. Брови накрасила карандашом, растушевала обратной стороной щеточки, кремовые тени растушевала пальчиком, а крем для глаз я использовала для подчищения формы. Вы все видите сами на видео. Кремовые тени продублировала сухими прям пальчиком, ватной палочкой прокрасила нижнее веко, этой же ватной палочкой растушевала карандаш и немножко его смягчила, накрасила реснички и губы, карандаш-помаду использовала родными аппликаторами. И вот такой вот макияж без кистей получился.